приходом осени, как нам кажется, жизнь в деревеньках замирает. Ну, или становится не такой активной. Есть в этом доля правды. Урожай вырастили, убрали, заготовки на зиму сделали. Но одни заботы да хлопоты сменяют другие. Теперь самое время привести жилище в порядок, мелкий ремонт провести. Ворота покосились. Непорядок, надо подправить. Да и подсобное хозяйство лениться не дает. Это если кратко об осенних сельских буднях, а более подробно смотрите в деревеньке. Вот осталось чуть-чуть дорезать и пойдем встречать гостей. Калуга, Локша и Налисники в Чауской Осиновке научат туристов готовить местные угощения. Собрал вещи, собрал велосипед и из дома не спеша поехал на запад. От горок до Барселоны. Велопутешествие преподавателя Крупенина. Гурки из бочки, соленые огурочки. А какое у нас сало смачное, да, ой, а мягкое какое. Сувениры, угощения и много-много веселья. Краснопольская земля презентует свои таланты. Много картошки, сальца и самодельные колбасы. От одних только слов в воображении рождаются такие образы, что впору напрашиваться в гости за богатый стол. Да, не скромно, но что поделать, если зовут. И не в ресторан, а в обычную осиновскую школу в Чауский район. Здесь открыли центр сельской жизни, а в нем мастерскую по приготовлению блюд национальной кухни и дегустационный зал. Причем гостей встречали с порога. Здесь готовы научить и местных, и туристов тому, как это делается. Вы скажете, что же сложного в белорусской кухне? Картошки побольше, мясо пожирнее и в печь. Так-то оно так, вот только местные школьники эти, казалось бы, простые рецепты всю весну собирали у деревенских старожил. В итоге выпустили сборник рецептов на 16 блюд. Это блюдо называется локша. В ее состав входит блин на крахмале. В кипяченое молоко добавляются эти блины нарезанные и доводятся до готовности. Этот рецепт нам рассказала бабушка, которая готовит уже давно. Самое основное в этом блюде – это соус, дается к свиным ребрышкам. И можно перепутать мочанку с верещакой, потому что в мочанке можно любой соус, а в верещаке можно использовать квас, как раньше использовали. И вот в этом самое такое основное отличие. Проект Центра дегустации и приготовления национальных блюд – это инициатива самой осиновской школы. Ее поддержали сначала на местном уровне, а потом в ООН. А недавно презентовали всем и вся, официально запустив пространство приглашения. Вот осталось чуть-чуть дорезать и пойдем встречать гостей. Собрать уходящие рецепты местных блюд, чтобы сохранить их для потомков. Научить готовить и приглашать на кулинарные мастер-классы гостей из-за рубежа. Похоже на сказку? Что ж, подождем первых кулинаров. Это будут не просто драники, а драники от души, сделанные руками местных жителей в настоящей белорусской печке. И где они не просто смогут это попробовать, но и попробовать приготовить их сами. Вместе с Центром дегустации в Осиновской школе заработал и Центр сельского развития. Здесь расскажут про энергоэффективность и зеленый взгляд на мир. Но главное, помогут увидеть, что каждый наш шаг помогает нам же создавать мир вокруг себя таким, каким мы хотим его видеть. Ведь главное – желание. Павел Крупенин, преподаватель в Горецкой сельхозакадемии. Преподает на факультете механизации сельского хозяйства, на котором сам когда-то учился. На велопутешествие его сподвигла новость о том, что один человек на велосипеде доехал до Гибралтара, второй – до Тяньшаня. Ну, я решил, чем я хуже других. Буду ехать, пока не устану, если дорога не закончится раньше. Вот, поэтому собрал вещи, собрал велосипед и из дома не спеша поехал на запад. За 41 день путешествия проехал более 4000 километров. Значит, всего я проехал через 10 стран. Значит, он начался на родине у нас, в Беларуси. Дальше была Литва, Польша, Чехия,
немножко кусочек буквально маленький Словакии. После Словакии Австрия, Словения, очень красивая горная страна. Ну а дальше три больших страны – это Италия, Франция и конечная точка путешествия – Испания. Испытания начались еще в Беларуси. Нарыч, который я посещаю уже третий раз, все трижды раза она ко мне не очень дружелюбно была. Сейчас, в частности, полила дождем, потом поела комарами, как обычно она любит это делать. Был у Павла и компаньон, брат Александр, но присоединился он к путешественнику уже в Италии. И вместе они завершили маршрут. А до этого по старушке Европе Павел колесил в одиночку. С собой вез, фигурально выражаясь, весь дом. У меня была кухня, у меня была спальня, постельное белье, тот же самый спальный мешок. Одежда была для выхода за пределы дома, то есть ездовая, в которой ехал. И одежда для дома, те же самые шлепанцы, я их вез. Ночевал исключительно в палатке, питался макаронами, кашами, приготовленными на газовой горелке. Но иногда приходилось в буквальном смысле переходить на подножный корм. Подножный корм – это вещь очень хорошая, в частности, в Польше. То есть все, кто бывает в Польше, рекомендую походить по польским черничникам, потому что польские леса не чистые, там нету комара, то есть практически можно просто заехать на машине, остановиться и под музычку собирать чернику или там есть ее, если есть такое желание. Объясняться с жителями стран, которые проезжал, было несложно, особенно в провинции. Хоть горецкий путешественник и не полиглот. Более-менее я владею английским языком. Как бы для туризма, для путешествия этого хватает. Остальное все на уровне интуиции, на уровне жестикуляции. Если что, если нужна вода, то показываешь емкости. Больше всего в поездке запомнились люди, говорит Павел. Особенно темпераментные каталонцы. Один из них похвастался знанием русского языка. Он смог сказать три слова. Спасибо, осторожно, бабушка. И живописные места, европейские города и деревеньки, которые путешественник запечатлел на фотокамеру. Как преподаватель аграрной науки, Павел обращал внимание на то, как ведут европейцы сельское хозяйство. Говорит, в Европе нет таких больших полей, как у нас. Они компактно чередуются, как клетки на шахматной доске. В Италии впечатлило количество виноградников и маленьких тракторов, которые их обрабатывают. А вот в Польше Павел заметил ручной труд. На луковом поле люди пропалывали эту культуру. Что касается технической составляющей веловаяжа, то двухколесный в пути Павла не подвел. Правда, было несколько проколов шин и момент, когда велосипедист решил, путешествие закончилось. В Польше треснула рама, но помогли местные байкеры. То есть они посоветовали, куда обратиться. Я туда подъехал, и там сделали быстренько, и даже, как говорят поляки, за дарму. В планах Павла очередной вояж на велосипеде. Правда, протяженность маршрута будет зависеть не от самого путешественника. Это дело меня зацепило капитально. То есть я планирую на следующий год в любом случае куда-то съездить. Это будет более-менее далекое путешествие. Его длина, скажем, будет зависеть от того, будет у меня компаньон. В частности, я планирую взять свою супругу в путешествие. Ну а пока не выпал снег, Павел Крупенин наматывает очередные километры по территории своей «Альма-Матер». Октября по старинке начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше сего дня к этому занятию крестьяне не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки. Заготовка дров была делом ответственным. От того, как хозяева постараются, зависело, как жарко разгорится печь, как тепло будет в доме. Про дрова и печь русский народ сложил множество загадок. Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, вынимают черное. А вот следующим днем, вернее ночью, смотрели на месяц. Считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы.
если рога у месяца указывают на север, быть скорой и строгой зиме. Вясковські вичай зберігаєм, вас скараваєм, сустракаєм. Проходьте, калі ласка, в хату. Своими пирогами да блинами Людмила Александровна славится на всю Дмитриевку и далеко за Кличевскими пределами. Хозяйка любит готовить и почивать своих гостей. Говорят, в этом доме как-то особенно уютно от теплоты душевной и, конечно, от свечки. В этой самой печке специально для деревеньки хозяйка ставит блины. Да не обычные, а из тыквы. Беру тыкву, натерла на терку. Вы ее тушили? Нет, это еще сырая. Да, это сырая. Так, добавим разрыхлитель. Добавим сахар 4 чайных ложки, добавим соли 1 чайную ложку, смешаем. Сюда же муки, кефира, все на глаз и 4 яйца. Для кого вы готовите такие? Готовлю блины для всей своей семьи, для друзей. Собираемся очень часто, детей у меня 5, 6 внуков. Людмила Александровна на пенсии, говорит, все заботы сейчас по хозяйству. А коли у меня свободная минута, у нас есть библиотека. Сельский дом культуры, там проводим досуг. В библиотеке у нас Зина Ивановна, мы же сябруем уже кольки годов. Вот, спеваем, вяжем, беседы ведем, чайные посиделки у нас там. А еще наша хозяйка – волонтер поезда «Забота». Собираются такие вот активисты и едут в отдаленные деревеньки. С жителями поговорить и настроение поднять. Песни поют, байки рассказывают. С отковицким вечерком дед вспомнил про каханье. Да своей старой тишком, и он подсунулся в чаканье. Кажа, ой, давай с тобой, я колись в молодости, поваркуем под вербой, да и подумаем про штости. От такого позитива настрой и у самих поднимается, и пироги удаются на славу. В этом году у сельчан уродила тыква. Это бахчевая культура на столе в Дмитриевке завсегда. Это тыква запеченная и с изюмом, семя льна, кунжут и семечко. Добавила морковы туда, добавила масло. Любите готовить, судя по столу? Да, люблю, я очень люблю. Особенно тыкву. Это котлеты из тыквы. Тыква, мука, яйцо, немножко фарша, соли. Печется у печи такие котлеты, а тогда и ставится у горшок протушить. Это тыква с гречкой. Я очень люблю пироги. Это моя болезнь. Люблю их в любом виде и пекти, и есть, и люблю людей частовать. От такого душевного огня и неповторимого запаха печеной тыквы в этом доме всегда людно. То соседи забегут, то подруги. В Дмитриевке Людмила Александровна прожила 30 лет. Любите свою деревню? Люблю. Она не моя вёска, але так по обставинах. Люблю свое житё, люблю своих детей. Это самое мое богатство. Деревенька моя у реки. Доживает обычаем древним. Извините меня, земляки, если я что не так о деревне. Здесь багряные зори встают над притихшим березовым бором, и как прежде девчата поют
голосистые песни с задором. Душа народа, как известно, заключена не только в языке, но и в нематериальной культуре, в быту. Каждая страна гордится своими особенностями, и каждый регион готов поделиться чем-то уникальным. Могилевский форум фольклористов и исследователей народной культуры собрал специалистов из 12 стран мира, чтобы познакомить их с сокровищами Могилевщины. А еще научная встреча совпала с презентацией Круглянского района на фестивале талантов области, так что превратилась вся эта история в настоящий праздник. Несложно догадаться, что самым популярным и многочисленным является кулинарное представительство района, поэтому большинство гостей сейчас именно там и, конечно же, у рыбного подворья. Так что самое время пойти и познакомиться. Оружие, которое действует безотказно – еда. Вот уже где можно оценить красоту и широту народной души. Без комментариев. У нас смачные какие драники у нас, какие у нас сладкие, какие смачные. А капуста какая с печи у нас смачная. Гурки из бочки, соленые огурочки. А какое у нас сало смачное, ой, а мягкое какое. Это ж пшенная с печи каша. Ранее эту кашу, как детей рожали, да бабу брали, так эту кашу били об стол, да гостей угощали этой кашей чудовой. Таких драников нигде нету. Это краснопольские драники. Видите, они даже необычные. Здесь морковочка, лучок, яичко, картошечка. Рецепт прямо местный, да? Да. Карп такой пригожий, начиненный рыбой, да? Рыба жареная, рыба тушеная, рыба запеченная. Вот такие мы сегодня богатые. Такой хороший Краснопольский край, богатый на рыбу. Откуда в Краснополе рыба? Неужели такая рыбная земля? Есть у нас такой маленький куточек моей родины. Это деревня Горы, в которой находится Падлужское водохранилище. И вот в этом водохранилище водится такая пригожая и красивая рыба. Вот это карп, он жареный. Это рыба, которая водится у нас в нашем озере. А я шеф, кто плясать? А я в чарте, кто не танцует? Кто? После такого почина, несмотря на вечерний холод, гостей было никак не оторвать от веселья, но долг есть долг, ведь в зале уже ждали на концерт лучшие исполнители краснопольщины. Скажу честно, в Италии с Беларусью не особо знакомы. Все знают про Россию, но про Беларусь не особо. Но поэтому я здесь. К себе на родину я заберу лучшее впечатление о вашей стране, о дружбе, об отношении людей друг к другу и, конечно, о природе. Беловежская пуща славится даже у нас. В рамках Могилевского форума не только пели и дружили, но и создавали культурный задел на будущее. В ближайшие пару лет Могилев, Тверь и Вологда проведут обменные гастроли, мастер-классы и творческие встречи. И это, уверяют сами гости, только начало. Каждую неделю в деревеньке мы рассказываем о наших путешествиях. Мы знакомим и знакомимся, узнаем много нового, а порой и сами делимся опытом. Многое из того, что происходит на съемках программы, остается за кадром. Моменты, впечатления. Их я превращаю в фотооткрытки из деревеньки.